Здравствуйте, мои дорогие друзья. Мы начинаем очередной вебинар. Жалко только, что все меньше в прямом эфире, все больше записи смотрят. Ну да, что поделать. Так, грустная тема. 22 апреля исполнил 40 дней, как от нас ушел Юрий Алексеевич Латинков, садовод от Бога. Вот. Я подобрал вот эту фотографию. Я ее сделал в ноябре 2020 года. Она без меня где-то оказалась в интернете. Вот. В 2014 году приобрел саженцы Латинкова Алексеевича. Были персики, сливы, груши, яблони. Посадил по методу железа. Прижились отлично. Первый год дали цвет. Плоды в изобилии получили в 2020 году. Так, особенно яблоки сорта Лоба. Отличный вкус, очень ароматный. Превосходно. Спасибо, Юрий Алексеевич. Вот, Юрий Алексеевич, ты там на небе, но ты, надеюсь, иногда заглядываешь сюда. Вот, виртуальная связь с загробным миром существует. Вот. 40 дней прошло. До встречи, Юра. Вот. А умер ты рано. Кому мне? Тебе жаловаться. Мне надо тебе жаловаться, как это. Как Ванька Жуков жаловался, что как она хозяйка, ею середочное рыло мордой тыкало его Ваньку в рыло, как он выражался. Вот, то меня тоже тычет в рыло, Юра. Оставил ты мне одного, хотя я был моложе. Ладно, будем продолжать.